И снова здрасте. Сегодня пройду тесты на уровне мастерства 7, 8 и 9. Надеюсь, кому-то это будет интересно и полезно. Ранг номер 7. Нужно отбить 3 волны атаки. В первую волну ваш варфрейм за 40 секунд должен успеть убить 10 врагов. Во вторую 15 врагов, но уже за минуту. И в третью 20 врагов за 1,5 минуты. Можно пользоваться всеми оружиями и всеми обилками вашего варфрейма. Короче, тест простой. Ранг номер 8. Нужно пройти дистанцию, перепрыгивая с платформы на платформу. Это первое испытание, на котором у меня начались трудности. Оказалось, что прыгать я не умею, а руки у меня растут из жопы. Я как настоящий нуб не знал о существовании длинного прыжка, да и передвижения по стенам до этого практически не использовал. В видео я расписал, какие кнопочки нужно жмакать для преодоления расстояний между платформами. Перед сдачей данного теста настоятельно рекомендую слетать на реле и потренироваться. Мне понадобилось несколько попыток, чтобы освоиться со связкой пробел-контрол-пробел. Также не забывайте, чтобы карабкаться по стене вверх, нужно поднять камеру вверх и зажать, не отпуская, пробел и W. A formidable performance. This test is now complete. Mission complete. Ранг 9. Последний тест на сегодня. Устраняем противников, не поднимая шуму и пыли. Если вас заметят, тест будет провален. Как и ранее, у вас есть 3 попытки. Тест разбит на 3 этапа, каждый на своей платформе. Время у вас не ограничено, поэтому не спешите, прячьтесь, осмотритесь, изучите маршрут врагов. И только будучи уверенными, что вас не видно, подкрадывайтесь сзади и, прожимая клавишу E, устраняйте по одному часовых. Когда зачистите первую платформу, появится вторая, потом третья. Утомлять своим осторожным прохождением я вас не буду. Это все. Всем пока, спасибо за просмотр.